В Стамбуле убили иранского медиамагната, основателя канала GMTV Саида Каримиана и его кувейтского партнера расстреляли прямо на улице. Неизвестные заблокировали дорогу, по которой ехал автомобиль Каримиана, и открыли по нему огонь. Медиа-менеджер скончался на месте, его пассажир в больнице. Машину злоумышленников нашли в другой части города, в сгоревшей. На родине Каримиан подвергался преследованию якобы в связи с пропагандой против Ирана и поэтому переехал в Стамбул. Его канал GMTV транслировал западные шоу и турецкие сериалы.